Во Франции уже 9-е выходные бунтуют желтые жилеты. Массовые протесты нарастают. В Париже и в других крупных городах людей на акциях больше, чем на прошлой неделе. По данным префектуры, более 80 тысяч человек. Но полиция действовала жестко, слезоточивый газ, водометы, дубинки. МВД сообщает, задержано почти 250 человек, 24 пострадало. Меры безопасности самые масштабные с начала протестов, но 80 тысяч полицейских явно не справляются. Ну, кстати, желтые жилеты пытаются максимально дистанцироваться от зачинщиков беспорядков. Сегодня первый день, когда штаб манифестантов организовал целое подразделение своих миротворцев. Они вместе с полицией пытались предотвратить столкновение. Протестующие, кстати, также осадили виллу Эммануэля Макрона. Президент Франции пообещал, что во вторник проведет национальные дебаты по всем вопросам, которые волнуют народ. И из-за них президент даже отменил свой визит на экономический форум в Давосе.